Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы разберем вот эту вот косу, такая она двухъярусная, интересная, симпатичная. Вязала я ее вот снудик, снуд из 10 рапортов, но будет еще шапка, поэтому о снуде я поговорю потом. Вот, сейчас на данном этапе просто коса, которую вы, понятное дело, можете использовать для чего угодно. Так, состоит она из 12 петель, вот такую вот схемку я нарисовала. Состоит она из 12 петель, в образце у меня 18 петель, вот по 3 петли с краю для понимания узора. И провязала я 2 ряда, чтобы просто не начинать в самом начале. Значит, вот 12 лицевых петель, это наш узор. Итак, первый ряд. Потом мы повторяем с первого ряда вот этих вот двух рядов просто нету, это они так начальные у меня. Значит, меняем местами первые две петли, первую, вторую и третью, четвертую. Вот 2 и 2, первая и вторая поверх третьей и четвертой, и провязываем лицевыми. Четыре лицевые, далее последние 4 петли тоже меняем местами, 3 и 4 поверх 1 и 2. 1, 2 и провязываем 3, 4. Здесь справа налево, здесь слева направо. Вот он, первый ряд на схеме. Изнаночный ряд по узору, то есть изнаночными петлями. Если в круговом вязании, снуд я вязала круговыми петлями, круговыми спицами, то там я вязала через ряд, то есть четный ряд просто по узору, то есть сама коса лицевыми петлями. Очень просто вяжется и в круговую. Так, третий ряд. Первые две петли провязываем лицевыми петли косы. Далее снова меняем местами справа налево. Это значит первая, вторая, поверх третьей и четвертой. Кому непонятно, ставьте видео на 0,5. Провязываем их лицевыми. Далее меняем следующую четверку. Третья и четвертая поверх первой и второй. Раз, два, три, четыре. И две лицевые провязываем. То есть здесь в третьем ряду у нас две лицевые, две лицевые, перебросы внутри. 4 и 4. Изнаночный ряд по узору, либо второй ряд. Круговой тоже по узору. Коса. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Меняем местами 4 петли. 1, 2 поверх 3 и 4. И провязываем лицевыми. И далее 4 лицевые. Четный ряд по узору. И последний, седьмой ряд. Он у нас как третий, то есть 2 лицевые. Меняем местами 1, 2 поверх 3, 4. 1, 2, 3, 4. И следующая четверка, 3, 4 поверх 1 и 2. Слева направо переброс. 2, 3, 4.
и 2 лицевые. Все, вот это весь раппорт. Далее повторяем с первого ряда. И по итогу у нас получается вот такой вот узор. Вот так вот мы вяжем. Вот они. Видите, второй ярус как бы внутри косы получается. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.